подвез он меня домой, взял мой номер, и мы созвонились потом уже на следующий день. Мы с ним встретились, он был со своим шефом, как оказалось. Этот водитель меня обманул, то есть он сказал, что он там шишка, вот такой вот, и в итоге он оказался ничто. Просто, типа, да, едешь помыть машину своему боссу и заодно зацепил какую-нибудь подругу. Очень прикольно. И потом этот шеф положил как бы на меня глаз. И он мне тоже понравился. Сейчас я в отношениях с этим шефом, мы сейчас вместе, любим друг друга, он меня очень балует. Как бы банально ни звучало, деньги это не главное. Что? Деньги это не главное тут оказалось? А что главное? Их количество? Ну, я так скажу, что вот... Бляха, сейчас вылетела. А у нее такая память, то есть если она больше слов сказала, чем нужно, у нее начинается перезагрузка автоматическая, она перегрелся. Что я хотела, блин, вот это забыла. Фу. Так, подожди, мы разговариваем, деньги не главное. Это... Блин, она просто начала говорить то, что в голове не заложено, деньги не главное, и у нее пошел там сбор.